Сегодня наша рабочая группа вышла для того, чтобы проверить ярмарку выходного дня. Ярмарка выходного дня очень значима для наших жителей. Она просто необходима. Она единственная в нашем районе. Когда стал вопрос, ярмарки быть или не быть, нами было принято решение все-таки позволить этой ярмарке существовать, даже по тем вопросам, что здесь можно купить наши сезонные товары и предоставить возможность нашим жителям право выбора и качества. Мы не первый раз приходим на эту ярмарку и проводим этот мониторинг, чтобы убедиться, что здесь действительно соблюдены все нормы санэпидрежима, и что здесь нету никаких нарушений в части, касающейся именно торговли. То есть на ярмарке запрещено продажа всяких химических и бытовых веществ. Вот, и спиртных продуктов, табачных изделий, но там список большой, мы сейчас не будем заострять на это внимание. Мы в очередной раз приходим и убеждаемся, что данная ярмарка работает согласно требованиям. И если сейчас пройтись и посмотреть, эта ярмарка действительно пользуется спросом. Вот сейчас 10 часов утра, и здесь достаточно большое количество жителей, и мы с ними пообщались. И они все нам подтвердили о том, что они действительно приходят и действительно ждут, когда будет пятница, чтобы прийти сюда и купить те товары, которые предоставлены на данной ярмарке. Товар здесь, на ярмарке, он все-таки Тамбовская область, да, это наш российский производитель. Овощи, они достаточно качественные. Если мы придем в магазин, да, мы можем купить намного дешевле. Здесь цена, конечно, разнится, но ты знаешь, что ты покупаешь качественные овощи. И ты спокоен даже за свое здоровье. И за здоровье своих близких.